внимание на стекло. Вот эта трещина была до меня, мне сказали, 34. Вот эта большая, в 34 лопнула на стекло. Что-то не наводится на дорогу, фокусируется. А вот маленькая сбоку, от нее вверх пошла. Это уже только что. Просто треснуло стекло. И я сбросил до 85 скорость километров, естественно. Спрашивают меня. 85, 90, не знаю. Думал даже разворачиваться, ехать на трак-стоп, где я ночевал. Там получается, может, миль 20 я проехал от него. И там ждать, потому что, не дай бог, вылетит стекло. Думаю, ну, как бы, сами видите, погода, да, не совсем жарко будет ждать, пока кто-то приедет, поменяет мне стекло. Ну, или скажут, если ехать без стекла, то тоже, да, представляете, как это будет, как на мотоцикле, минус 35. Поэтому решил немножко сбросить скорость, может, вдруг, если вылетит, то не так хотя бы опасно. 85, как 105, я 105 езжу постоянно, у нас 100 на круизе машина идет, или 105 на педали, если нажимаешь ногой, так я езжу 105. И дело в том, что посмотрите, что еще окна замороженные, в общем, погодка нормальная такая, это Америка, конечно, да, не Канада, но у нас там, я еду, там будет то же самое. Слышно вам вся вибрация, потому что вибрации меньше, когда едешь на большей скорости. Здесь, как я уже говорил, еду так, поэтому обороты получаются громче. Ну, в общем, буду вас держать в курсе событий, получится доехать или нет. Ну, в общем, мне сказали, когда я не поверил, ребят, я теперь верю. И более того, что верю, показываю вам, потому что я думаю, многие, как и я, до этого даже не слышали о таком, что такое может быть. Я имею в виду то, что стекла лопаются от мороза. А, естественно, когда этот парень рассказал, у которого я принял машину, естественно, такой мороз, я, может, вопросы зададут, я не ставлю никогда на обдув стекла, потому что это, я вам даже покажу. Вот, видите, у меня на ноги и на тело стоит обдув. То есть я никогда не ставлю на стекло, потому что, естественно, это еще больше его подвергает риску. Да, оттуда минус 35, оттуда плюс 35. Вот смотрите, как добывается газ или нефть. Нефть, наверное, да, судя по этим, по им буровым вышкам. Зато погода прекрасная. Скажите, да, если еще убрать снежок, что на улице минус 35 градусов. Прекрасная погодка. Поэтому не ставлю на обдув, но это не помогает. Ставлю на ноги на этот, и еще здесь кнопка есть такая, которая, кстати, не включила, сейчас по ногам потянула, я за нее вспомнил. Здесь еще вот нажимается кнопка, и начинается слипера тоже дуть. Там слипер огромный, и в нем достаточно холодно, если его не отапливать. Поэтому кнопка есть, она оттуда еще дует, ой, что я не заметил, как разогнался. И получается, вас сзади отапливает. И, кстати, может, вы обратили внимание, я надел свою кофту. Это потому что я обычно езжу в футболке. И вчера я ехал в футболке в такую же погоду. Но здесь ветер поменялся, как бы ветер боковой, наверное, не знаю. И вот здесь, если держать руку, как ее обычно держат, да, все, наверное, вот так вот, то очень сильно надувает в локоть. Поэтому я решил одеть что-нибудь с рукавом. Ну, в общем, посмотрим, дай бог стекло не вылетит. То я вам просто запишу, что я проехал с таким стеклом, бросил машину. Я сейчас ухожу в такой отпуск вынужденный. Почему, вы будете знать это немножко позже. Я думаю, как минимум неделя, вторая я буду дома. Поэтому особо как бы не этот, особо я не буду сейчас, ну, не особо мне хочется сейчас этим заниматься, вот так честно вам сказать, если, потому что мне примерно 8 часов езды домой в Виннипег. Если на границе не задержат, меня в прошлый раз на границе там полтора часа держали. Первый раз, единственный, на полтора часа.
А так обычно границу проходишь за 2 минуты. И поэтому, если все хорошо, то к вечеру я буду дома уже. И я им просто перед уходом напишу email, что вам нужно поменять здесь стекло, потому что оно вылетит. Надеюсь, не вылетело. Подлиннее, но это видео такое, как без монтажа, я смогу вам его выложить, надеюсь, поэтому лучше такое коротенькое, а длинное я вам парочку записал, но пришлось их все удалить. Поставил я себе программу, которую записываю через мой Bluetooth микрофон, я обрадовался, звук стал чистый, классный, не то как вы сейчас слышите, как куча посторонних шумов. Но ужасная картинка, ужасная просто, там 720 разрешения. Нужно купить полную версию для того, чтобы оно записывало в разрешении девайса, но надо было им об этом раньше сказать. Я не особо и против заплатить там несчастных $3, то я заплачу, не проблема, но я-то не знал об этом. Я записал несколько видео на две камеры, то есть старался сделать, и они получились минут по 40. Не судьба, придется переписывать как-нибудь. Чуть не забыл добавить, что одно еще из таких, что сильно усложняет ситуацию, это давайте вот так вот, кто не верит, что потому что может, не может, я знаю уже, кто меня смотрит, понимает, я говорю правду, в принципе, да, какая бы она там ни была, но появятся люди, которые, может, будут не верить. Поэтому я вам показал примерно, где я нахожусь. И у меня оператор Rogers, канадский. Поэтому вы можете проверить покрытие и убедиться, что здесь нет мобильной связи. Что, собственно, больше, чем пугает. Сейчас надо переключиться. Что пугает? Посмотрите на эту дорогу. Но благо ездят иногда фуры. То есть я уверен, что не дай бог бы такое случилось. Что бы я делал? Что я себе запланировал? Это естественно. Я бы стал на обочину, включил аварийку, выставил бы знаки. И начал бы ловить фуру какую-нибудь. Причем в любую сторону. Либо назад до тракстопа. Там связи не было тоже, но там был интернет. То есть я мог бы поговорить, да, по вайберу, потому что, например, по WhatsApp со своим работодателем. Либо я бы плавил бы в эту сторону, куда еду, и канадскую машину какую-то, и ехал бы до границы. Но суть такая, что в минус 35, даже если я все, что есть, на себя одену, то особо долго не просидишь, поэтому с палку закрываются шторы. Сейчас покажу. Вот, вам должно быть видно, вот это шторы такие, они прям с толстого брезента. Они прям с толстого брезента, эти шторы. Поэтому, если бы я их закрыл даже с открытым окном и включил бы отопление, как я вам уже показал, да, в спалку, то я уверен, там было бы тепло, то есть я бы не замерз. Но на крайний самый случай я бы полез в холодильник, да, уже смеялся сам с этого, но как бы там ни было, так бы оно и было. Как в анекдоте, что Чупча купил холодильник, зачем, да, греться буду. Серьезно, такая же ситуация, потому что минус 35 и 34 по Фаренгейту у меня в холодильнике. Я даже не знаю, сколько тут можно перевести, но естественно, это теплее, чем минус 35 морозов. Поэтому грелся бы в холодильнике. Ну, понимаете, когда вопрос уже стоит не по приколу, да, а в каком-то выживании, где ты стоишь без связи и тебе нужно дождаться помощи, то будете уже делать что-нибудь, лишь бы так случилось. Лишь бы вы дождались этой самой помощи. Ну, вроде бы, как смотрю, трещина дальше не идет. А я уже еду какое-то время 100. Чуть больше, чуть меньше. Надеюсь, эти страшилки сейчас закончатся. А вы посмотрели природу Норс-Дакоты. Классная природа, да?
нифига нет. И кто-то живет. Вот, вот, смотрите, жизнь у кого-то. Домик стоит. Вот человеку точно можно устраивать вечеринки хоть каждый вечер и музыку громко делать, и салюты пускать. И никто ему, ни соседи, ничего не скажет.